Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, bhuta, bhuteshwaraya, kala, kala, kaleshwaraya, shiva, shiva, sarva, Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, bhuta, bhute, Kala, kala, kaleshwaraya, shiva, shiva, sarveshwaraya, shambho, shambho, maha. कमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी चदरिया पांच तत्व की पूनी ना दस मास बुनन को लागे ना दस मास बुनन को लागे मूरख मैली कीनी चदरिया जीनी रे जीनी भक्त प्रहलाद सुधामा ने ओढ़ी चुनरिया भक्त प्रहलाद सुधामा ने ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया सुखदेव ने निर्मल कीनी दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जी जीनी रे जी जीनी रे
Wow. Последний день месяца дураков. Мы думали, что мы очень умные. Но этот невидимый вирус заставляет нас всех выглядеть идиотами. Я прочитаю вам небольшое стихотворение. Оно называется «Дурак». Садхгуру зачитывает стихотворение, которое он назвал «Дурак». В нем он говорит, что дурак считает себя слишком важным и не может ничего воспринять. И именно поэтому он дурак. Садхгуру заключает, что нет ничего хорошего в том, чтобы быть дураком. Однако все хотят быть одураченными кем-то. Всем нужно жить. Заканчивается месяц дураков. Мы должны стать умнее. По сравнению с тем, через что проходит большинство других стран, у Индии все хорошо. Я бы сказал, даже очень хорошо. Учитывая плотность населения, и это частичное ослабление мер изоляции будет для нас небольшим испытанием. Но индийцы начнут чувствовать себя не в своей тарелке, если не привнести хоть сколько-нибудь хаоса. Все это время они были такими дисциплинированными. Фантастика. Большинство из них. Конечно, у нас есть и свои. Но в целом все было хорошо. Когда случаются такие ситуации, настают такие сложные времена, будь то стихийные бедствия, войны или изменения на планете и в атмосфере, или как вот эта пандемия, когда такое случается, именно тогда большинство людей чувствуют себя неспособными справиться даже с простыми аспектами жизни. Эта неспособность может стать не только болью для этого периода, но и болью на всю жизнь. Я вижу, что многие люди, которые пережили войну, где они каждый день находились под угрозой смерти, вокруг все взрывалось, многие падали замертво, но их по какой-то причине не задело. Но спустя 20 лет их реакция на определенные ситуации еще исходит из памяти о тех событиях. Они могут не помнить этого сознательно, но они будут реагировать, основываясь на том опыте. Эта карма настолько сильна, карма страха и смертельной угрозы. Чувство абсолютной беспомощности в таких ситуациях. Человек чувствует себя абсолютно бессильным. Никто не в состоянии полностью контролировать себя в таких ситуациях. Но проблема в том, что этот опыт продолжает жить. Очень немногие люди могут отложить это чувство в сторону. Большинство из них проносит его сквозь всю свою жизнь. Даже не обязательно должно случиться что-то такое большое, как война.
кого-то ограбили, на кого-то напали, или кто-то попал в ужасную аварию, но выжил. Когда в жизни наступает тяжелый период, они реагируют, основываясь на этом опыте. Я, конечно, шучу, но здесь у нас много друзей из Ливана. И если они начинают чудить, вам нужно быть с ними добрее, потому что они прошли через ужасную войну. Это ливанец там смеется? А, тогда все в порядке. Тогда все нормально. Ему можно смеяться, другим нельзя. Потому что война. Индия пережила несколько войн. Американцы пережили много войн, но они всегда воевали где-то в другом месте. В Индии войны проходили на нашей границе. Военные действия не проходили здесь, в Коимбатуре. Я же говорю о войне, которая шла там, где вы живете. Я думаю, из присутствующих здесь, в основном только ливанцы ощутили на себе, что значит, когда в твоем городе идет война. Вы сидите у себя дома, внезапно с большим взрывом обрушивается соседнее здание прямо перед вами. Это то, что они пережили. И этот опыт оставил глубокий внутренний след. Так что эта ситуация с вирусом, для тех, на кого значительно повлияла эта ситуация, или те, кто постоянно смотрит новости и получает информацию, вы как бы проживаете это в уме, как бы это ни происходило. Это не должно причинить долгосрочный ущерб. Напротив, это должно укрепить вас. Потому что также верно, что многие люди, которые участвовали в войнах, кто постоянно смотрел смерти в лицо, из всех ситуаций, в которых может оказаться человек, поле боя — это самая экстремальная ситуация. Побывав в такой ситуации, многие будут покалечены страхом на всю оставшуюся жизнь. Но многие другие выйдут очень сильными и мудрыми. Они станут словно мудрецы. Люди, прошедшие войну, становятся такими тоже. Поэтому важно, в каком мы состоянии, когда приходят непростые времена. Что помогает одному человеку с легкостью справиться со сложными временами? И почему те же самые ситуации полностью подавляют другого? Я не говорю о физических травмах. Если вирус поразит меня или вас, или случится что-то еще, это другое. Но то, что происходит ментально, психологически, эмоционально. Я говорю только об этом измерении. Потому что люди задают вопросы. А как же то, как же это? Мы не будем углубляться во все это, потому что сегодня последний день месяца дурака. Мы поговорим только об одном измерении, потому что источник всех проблем в жизни. Люди не учатся в полной мере управляться с одним аспектом этой жизни. Они знают обо всем понемногу. Они читают священные тексты, читают газеты и, конечно же, социальные сети. Они знают по чуть-чуть обо всем, но они не знают, как справиться с одним простым аспектом в них самих. Если бы они знали, как управлять своим телом, они бы управляли им определенным образом. Это было бы вашей карма-йогой. Если бы вы знали, как использовать свое тело, чтобы справляться с непростыми ситуациями, это было бы одним путем. Если вы знаете, как использовать свой интеллект в сложной ситуации, это другой путь. Если бы вы знали, как использовать свои эмоции, это был бы еще один путь. Если бы вы знали, как использовать свои энергии, это было бы совершенно иное измерение. Они не учатся ни одному из этих способов. Они знают лишь всего понемногу. Сегодня, особенно в трудные времена, я говорю это безо всякого пренебрежения. Но это одновременно смешно и грустно.
Когда видишь, что повсюду каждый продвигает свою собственную медитацию. Слушай шум воды и медитируй. Слушай шум ветра и медитируй. Я не говорю, что это плохо. Я лишь хочу сказать, что все это становится медитацией. Скажем так, это то, что может сделать каждый. Это то, на что способен каждый. Но большинство людей не пользуются этим. Есть нечто, называемое вашим мыслительным процессом, который у большинства людей всегда гиперактивен или неконтролируем. Это измерение активности внутри вас, которое может дать вам понимание. Понимание не является абсолютной силой, потому что оно происходит из ограниченных данных, которыми вы обладаете. Вот почему наше понимание вируса меняется день ото дня. Потому что понемногу, день за днем, поступают новые данные, и вместе с этим меняется и наше понимание. Таков был путь всего научного процесса. По мере получения новых данных меняется наше понимание. Как только поступает больше данных, оно снова меняется. Это длится более 100 лет. Поэтому понимание — это не абсолютный процесс. Но если вы понимаете что-то, даже при ограниченных возможностях, даже если ваше понимание ограничено, в каком-то смысле вы что-то взломали. Вы раскрыли один из аспектов. Вы поняли, что нужно, чтобы это дерево росло хорошо. Это не значит, что вы поняли все об этой планете. Просто вы поняли, как заставить это дерево расти хорошо. Так что вы очень успешный фермер. Вы выращиваете кокосовые пальмы, и ваша жизнь становится комфортной, потому что вы поняли, что нужно для того, чтобы кокосовая пальма росла наилучшим образом. Возможно, многие из вас понятия не имеют, что вы все время ходите под кокосовыми пальмами. Вероятно, вы никогда не смотрели вверх. Также вы и не сидели под кокосовой пальмой и не медитировали. Вам нужно попробовать. Есть возможность достичь просветления. Да. Потому что на каждой пальме как минимум 60-70 орехов. Кокос и дурак. Может произойти реакция. Возможно, многие этого не знают. Например, все думают, что Керала — это сплошные кокосы, потому что увидели кокосовые пальмы в туристических брошюрах. Да. Там растут пальмы в песке, на пляжах. Люди высаживают плантации, но в среднем... Возможно, эти средние показатели немного изменились. У меня довольно старые данные. В среднем. Одна пальма в Тамилнаде дает от 80 до 100 кокосов. Это средний показатель по Тамилнаду, который, как я знаю, сейчас вырос. Одна пальма в Карнатаке дает от 180 до 200 или 225 кокосов. Это зависит от фермера. Одна пальма в Бенгалии дает от 225 до 250 кокосов. Тот же самый вид. Просто разное понимание. Аналогичным образом, если ты дурак, прошу прощения, если ты кокосовая пальма, сколько урожая это даст, зависит от понимания того, как это работает. Если вы не понимаете этого, если вы не раскроете внутри себя то, что заставляет это дерево работать, тогда это будет низкоурожайное дерево. Когда наступят сложные времена, это будет чувствовать себя ужасно неадекватно. Когда все комфортно, вы можете расхаживать как король джунглей.
Но сложные времена расставят все по своим местам. Это всегда происходило во многих странах на протяжении веков, когда возникают действительно сложные ситуации. Руководство меняется на раз, без единого слова. Просто потому, что те, кого общество выбрало в качестве лидеров, потонут, а те, кто компетентен, поднимутся. Когда есть комфорт, люди или общество не допустят, чтобы такое происходило, потому что многие люди становятся лидерами по какому-то праву. Но когда наступают непростые времена, компетентность — это единственное, что воодушевляет людей. Те, кто на должности по какой-то другой причине, естественным образом утонут. Так что же вы можете сделать внутри себя? Один важный аспект — каждый раз, когда вы не можете понять, что происходит, сейчас мы не знаем точно, что это за вирус. Информация поступает маленькими частями. Сначала мы думали, что будем кашлять и только сухим кашлем. Если есть немного мокроты, это не вирус. Затем сказали, нет, вы можете чихать, значит, что-то может выйти. Потом сказали, что вы можете и не кашлять, и не чихать, и не иметь вообще никаких симптомов, но у вас все равно может быть вирус. Говорят, что могут возникнуть проблемы с печенью, могут возникнуть проблемы с сердцем, проблемы с мозгом, если он у вас, конечно, есть. Заявлялось, что пострадают только дети до 1 года и пожилые люди. Молодежи можно не беспокоиться. Потом сказали, нет, молодежи тоже стоит побеспокоиться. Вы подхватите вирус, если у вас есть это и это. Это и это охватывает почти всю жизнь. Говорили, что у детей не будет проблем, у них иммунитет. Но сейчас говорят, что у детей развиваются совершенно другие симптомы, отличные от тех, что развиваются у взрослых. Это все еще не подтверждено полностью, но многие ученые во всем мире начинают говорить о синдроме Кавасаки, который вызывает определенные проблемы с пищеварением и желудком. Он может привести к серьезным последствиям и вызвать воспаление вокруг сердца. Это происходит со многими детьми, и есть подозрение, что это происходит только из-за этого вируса. Таким образом, наше понимание развивается постепенно. По сути, мы находимся в ситуации, когда у нас нет полной картины. Определенно, в это время вы можете запаниковать или впасть в депрессию, можете опустить руки, застыть в ужасе или в каком-то смысле рассыпаться внутри себя. Это время, когда вам нужно гореть максимальной энергией. У вас не может быть больше понимания, потому что сейчас это вся информация, которая есть. Если только вы не ученый, который глубоко исследует этот процесс. Только то, что появляется на новостных каналах, в социальных сетях или газетах, это вся информация, которая у вас есть. И в социальных сетях полно клоунов, которые растягивают апрель на все 12 месяцев. Они получают удовольствие, распространяя ложную информацию. Они с огромным удовольствием вводят людей в заблуждение. Есть такие люди. Определенно, не только мы с вами, но даже у тех, кто изучает это профессионально, нет всей полноты картины. Сначала говорили, что вирус только один, теперь говорят о 10 разновидностях. Сейчас вы сражаетесь с Раваной. Когда нет понимания и нет возможности понимать лучше, чем кто-то другой, с одними и теми же данными, у кого-то может быть немного лучшее понимание, чем у других, но все же для расширения вашего понимания нет места, потому что данные ограничены.
Единственное, что должно произойти внутри, вас должно разрывать от энергии. Если вы взрываетесь кипучей энергией внутри себя, тогда, даже если у вас нет интеллектуального понимания, ваша система и даже вы сами, даже в ваших осознанных действиях, вы будете делать правильные вещи, сами не зная, почему вы это делаете. Потому что так же, как разумный ваш мозг или ваш интеллект, так же разумно и ваше тело. Каждая клетка в теле разумна. Так же ваша энергия, так же и ваши эмоции. У них свои уровни интеллекта. А энергия является фундаментальным интеллектом. Из нее происходит все. Если вы поддерживаете ее на определенном уровне живости и кипучести, то вероятность совершить неправильный поступок будет меньше. Когда я говорю «неправильный поступок», я говорю не о вирусе, а о вас. Я уверен, что вас не интересует вирус, и вы не ученый-вирусолог, чтобы знать о каждом вирусе во Вселенной. У вас возник интерес только потому, что он может повлиять на вас. Поэтому вы им интересуетесь. Поскольку ваш интерес — это фундаментальный аспект вашей жизни, жизненной энергии, если вы сильно разожжете их, то увидите, что система будет функционировать определенным образом. Даже не задумываясь об этом, вы будете делать все с вашей системой как надо. Когда вы делаете все как надо с вашей системой, вы делаете правильные вещи и с окружающей средой. Но если в такое время вы используете только информацию, потому что в любом случае информация у нас ограничена. Одно время Шанкаран Пиллай был отцом-одиночкой. У него был маленький ребенок, а жена. И он очень беспокоился, потому что его ребенок начал терять вес. Тогда он отвел ребенка к врачу и сказал ему: «Доктор, мой ребенок резко теряет в весе. С каждым днем он теряет все больше и больше. Он достаточно бывает на солнце и свежем воздухе и пьет достаточно воды». Доктор спросил: «А чем вы его кормите?» Вот черт, так и знал, что что-то упускаю. Мы сейчас многое упускаем, потому что у нас недостаточно информации. Одно из лучших действий, что мы можем сделать, это сохранять энергии кипучими. Это будет легче для тех из вас, кто потратил определенное количество времени на свою садхану. Но для тех из вас, кто этого не сделал, кто хочет становиться лучше только перед лицом тяжелой ситуации, для вас тоже есть способ. Симха-крия есть в приложении. А где? Она есть на видео, Садхгуру. На Ютьюбе. Хорошо, она есть на видео, на YouTube. Она называется Симха-крия. Я говорю тем из вас, у кого нет никакой другой практики, то есть какой-то практики йоги, которая бы касалась ваших энергий, делайте ее по крайней мере 3-5 раз в день. Тогда вы увидите, что ваши жизненные энергии будут бурлить. Когда ваш интеллект не может функционировать, потому что ваш интеллект не может функционировать без необходимой информации, и сейчас нет необходимой информации. Когда нет информации, интеллект чувствует себя беспомощным. Он чувствует себя беспомощным. Это вызовет ощущение депрессии, беспомощности, безрассудных реакций. Если вы хотите прекратить это, самое главное — поддерживать свои энергии насыщенными. Можно использовать, возможно, будет сложно научить вас всего за несколько минут, но вы можете использовать это позже в своей жизни. Возьмем звук. Мой голос — это звук. Музыка — это звук. Птицы издают звуки.
Когда интеллектуальный процесс, который скрывает что-то небольшое, допустим, вы поняли, почему манго падает. Вы знаете, это было большое открытие. Но спустя много лет после того, как Исаак Ньютон увидел это, вы увидели это сегодня, и вы поняли, почему манго падает. Хотя это такой божественный плод, он не взлетает к небу. Он падает. Когда вы поняли это, в это время, если у вас есть ключевой звук, который вы можете использовать, если звук и определенное измерение интеллектуального процесса объединяются, будет происходить взрыв энергии. Всегда. Вот почему в этой культуре мы разработали этот процесс. Когда вы садитесь, вы говорите «Шива». Когда встаете, говорите «Шива». Когда видите что-то хорошее, говорите «Шива». Что-то плохое, говорите «Шива». Смысл в том, что когда с вами некий процесс, интеллектуальный и эмоциональный процесс, если вы добавите к нему правильный звук, в системе происходит прилив энергии. С чередой подобных приливов вы становитесь очень продуктивным процессом. Вы знаете, что так произошло творение с большими взрывами. Поэтому если вы продолжаете творить, взрывать внутри себя свою способность созидать, вы будете творческим человеком во всех мелочах, что бы вы ни делали. Это станет живой реальностью для вас. Когда кого-то посвящают в сильный звук, лучше, если вы просто произносите этот звук. Не нужно делать это публично, не нужно произносить его громко. Это не кампания. Это не какая-то религиозная кампания или что-то, о чем вы должны рассказывать всем. Есть некоторые люди, когда они берут трубку, они скажут «Хари Ом» или «Ам Намах Шивая», или кто-то скажет «Аллаху Акбар», или кто-то скажет «Джай Шри Рам». Это пропаганда, это их выбор. Я не говорю о том, чтобы пропагандировать что-то. Я говорю об использовании сильного звука для слияния с определенным интеллектуальным или определенным эмоциональным процессом, или даже физическим процессом, вроде сидения, вставания. Это очень многое меняет в системе. Как система функционирует, когда вы сидите, и не только физиологически, на уровне химии, на уровне энергии, как она функционирует. Если вы встанете, это будет функционировать совсем по-другому. Когда происходит такое переключение, и вы произносите одно мощное слово внутри себя, произойдет взрыв энергии. Если вы создаете эту серию взрывов в течение дня, ваша созидательная сила станет большой, и вам не нужно будет растягивать апрель на 12 месяцев. Вопрос от Васини. Если кто-то глубоко жаждет пустоты и выполняет всю садхану, и с каждым днем становится все более опустошенным, но опыт по-прежнему не приходит. Что делать, садхгуру? Пустота не приходит частями. Потому что пустота означает то, чего нет. Такого понятия, как полнота, не существует. Это просто слово. Если внимательно посмотреть на это, скажем, я положу вам в карман миллиард долларов. Нет, у меня нет таких планов, потому что сейчас я запустил кампанию по сбору средств. Но, предположим, просто так я положу вам в карман 1 миллиард долларов. Какое-то время вам будет казаться, что ваш карман полон. Но потом вы увидите, как она расхаживает с 10 миллиардами долларов. И внезапно ваш карман, в котором только 1 миллиард, покажется вам пустым. Допустим, мы дадим вам еще 9, и у вас станет 10 миллиардов долларов. А у него будет 100 миллиардов. Внезапно карман снова покажется вам пустым. Так что ваш карман никогда не может быть полным, вне зависимости, сколько вы в него кладете. Или возьмем вашу голову. Когда вы закончили первый класс, вы чувствовали,
Что еще можно познать в этом мире? Да? Но потом вам сказали, что, оказывается, есть еще и второй класс. Вы закончили и его тоже. Затем вам сказали, что в 10 классе будет государственный экзамен. Это все. Если его сдать, ваши родители говорили вам, это краеугольный камень всей вашей жизни. 10 класс имеет огромное значение. И вы этому верили. И вот вы закончили 10 класс, расхаживаете повсюду с важным видом и думаете, что знаете все на свете. На следующий день вас начнут спрашивать, в какой колледж будешь поступать? Я думал, что класс номер 10 — это идеальное число. Но нет. И так каждый раз. Сколько бы знаний ни попало в вашу голову, она никогда не наполнится. Сначала вы влюбляетесь только в одного человека. После того, как вы влюбляетесь в одного, она производит на свет еще одного, или двух, или трех. Затем вы влюбляетесь во всех них. Но они производят на свет внуков. Их вы тоже любите, на самом деле даже больше, чем ее. Так что ваше сердце не может наполниться. Вы все делаете порциями, это другое. Если вы полюбите все во Вселенной, все равно оно не будет полным, оно по-прежнему сможет вместить еще больше. Так что ваши карманы не могут наполниться, ваша голова не может наполниться, ваше сердце не может наполниться. Так что полнота — это иллюзия, за которой вы гонитесь. Ее не существует. Но пустота возможна. Пустое никогда не бывает частично пустым. Полнота всегда частична. Пустота всегда всеобъемлющая. Когда что-то пусто, оно абсолютно пусто. Так что к этому не подходит по частям. Если вы попробуете делать это по частям, вы никогда не поймаете пустоту, потому что ее невозможно поймать. Однажды одна дама позвала к себе в гости свою соседку. Обе они были примерно одного возраста. У обеих были дети. И, конечно, они хотели немного похвастаться друг перед другом. Она сказала, «Мы купили несколько литров оливкового масла и окунули в него нашего малыша». Другая женщина удивилась, «Вот это да! Наверное, такая процедура получилась очень дорогой, но главное, что кожа ребенка, наверное, стала лучше». Ее муж, который проходил мимо, сказал, «В этом я не уверен, мы его все еще не поймали». Так что не пытайтесь поймать пустоту. Вы не можете ее поймать, она не находится где-то, но она абсолютна. Что же мне делать? Как мне опустошить себя? Если я возьму ведро, я могу опустошить его, вычерпывая ковшик за ковшиком. Но если взять колодец и начать опустошать его ведрами, что ж, так это не работает. Вы становитесь пустыми не потому, что у вас ничего нет, а потому что вы освободились от одержимости. Вы не одержимы теми вещами, которые вы несете. Сейчас вами владеют ваши деньги, ваш дом, ваши отношения, ваш Бог, ваша религия, ваши философии, любовные отношения, все что угодно, все владеет вами. Когда вы освобождаетесь от одержимости, вы пусты. Вот в чем смысл того, чтобы сидеть с закрытыми глазами. Не молясь кому-то, не призывая какого-то Бога, ничего подобного. Просто отрезать. Изоляция. Сейчас все правительства по всему миру
инициирует вас в духовный процесс, чтобы вами не владело все, что вас окружает. Вы просто сами по себе. Но, конечно, многие из вас ведут себя, словно вы одержимы чем-то. Когда вы освобождаетесь от одержимости, вы пусты. В противном случае вы будете лишь продолжать и продолжать. Но говорю вам, вы смотрите не в том направлении. Вы смотрите на мелочи, которые вы набрали в своей жизни. Да, это все, что вы набрали. И вы думаете, если я оставлю вот это, я стану пустым. Ладно, оставлю еще одно и стану пустым. Люди отправляются в каши. В древности, в традиции говорили, когда отправляешься в каши, нужно освободиться от влияния. Ничего больше не будет. Каждый день там можно наблюдать сотни горящих тел, посидите там несколько дней или несколько месяцев. Когда вернетесь, вы больше не будете одержимы или связаны чем-то. Потом это превратили в… Перед тем, как отправиться туда, нужно отказаться от денег. Нужно отказаться от чего-нибудь. Сейчас отказываются только от пава кай, от китайской горькой тыквы. Все равно ее никто не ест. Так что они отказываются от нее и отправляются туда. Нужно было от чего-то отказаться, поэтому я отказался от горькой тыквы, потому что я ее все равно не люблю. Это не освобождение. Вы целитесь не в ту цель. И даже если попадешь в нее, ничего не произойдет. Однажды. Это было, когда Шанкаран Пиллай только женился. Когда он возвращался из своего офиса, он всегда по дороге заходил в ресторан и старался поужинать поплотнее, перед тем, как идти домой. Потому что дома все еще было на стадии эксперимента. И вот он возвращается домой, его жена открывает дверь, обнимает его и начинает горько плакать. Он спрашивает, что случилось? Она говорит, я через столько всего прошла ради тебя. С самого утра с помощью онлайн-наставника я училась готовить. И я сделала для тебя бирьяни с курицей. Мне кажется, у меня очень хорошо получилось. Но наша собака все съела. Я просто пошла в душ, а когда я вышла, наша собака уже съела весь бирьяни. Шанкаран Пиллай говорит, «Не волнуйся, не плачь, я куплю новую собаку». Как ее зовут? Васини. Васини. Если хочешь познать пустоту, то нужно перестать быть одержимой. Есть методы, как это сделать. Не пытайся опустошать одно за другим. На это уйдет, даже если у тебя будет миллион лет, всегда найдется что-то новое, потому что никогда не знаешь, как это все накапливается. Ты можешь избавиться от одного, от другого, но ты продолжаешь накапливать что-то еще. Так что не нужно идти по этому пути. Есть подходящие методы. Тебе нужно получить инициацию в то, что сработает. Как бы там ни было. В рамках работы, которая проводится в деревнях, наши волонтеры проделывают фантастическую работу. И видно, что местные чиновники, полиция и жители деревень, фермеры, все испытывают огромную благодарность к волонтерам Иши за внимание и компетентность, и все, что они делают, проявляя дисциплину и преданность делу. Самое главное, что сейчас к движению присоединилось более 260 фермеров. Они также работают с нами, предоставляя овощи бесплатно, а также ресурсы и все остальное. Так что это успех. Еще много людей, трудовые мигранты, которые застряли в разных других областях, теперь все они съезжаются сюда, потому что еда хорошая, есть надлежащий уход, и в случае чрезвычайной ситуации
Здесь есть койко-места на случай каких-то инфекций или чего-то подобного. Поэтому сюда съезжаются многие. Я думаю, что с сегодняшнего или с завтрашнего дня мы будем предлагать еду для более 12 тысяч человек в день. Так что, как обычно, я прошу еще денег. И в любом случае, картина была выставлена на аукцион, я думаю, вы все об этом знаете. Какая была последняя цифра? 27 миллионов 500 тысяч рупий. Хорошо. Очень щедро с их стороны. Они платят не за произведение искусства, а за борьбу с вирусом, за работу в рамках борьбы с вирусом, которую выполняют наши волонтеры. Я ни на секунду не сомневаюсь в этом. Они не покупают произведения искусства. Я очень ценю вашу щедрость. Сейчас сумма достигла 27 миллионов 500 тысяч. Тем не менее, все еще есть несколько часов, около 4 часов. Осталось около 5 часов. До полуночи еще есть время. И к какой бы цифре мы ни пришли, это поддержка для наших волонтеров, чтобы они смогли оказывать более качественную помощь еще большему количеству людей. К сожалению, в красных зонах после 3 мая карантин, скорее всего, будет продлен. По крайней мере, до 15 мая. Или, может быть, до конца месяца. Коимбатур и его окрестности сейчас красная зона. Так что, возможно, нам придется продолжать в том же духе с раздачей пищи в течение следующих 2-3 месяцев. Даже если карантин закончится, на то, чтобы эти люди нашли работу и смогли встать на ноги, может потребоваться от 60 до 90 дней. Так что нам нужна ваша поддержка. Большое спасибо. И кто бы ни сделал ставку в 27 миллионов, я благодарю вас, а также всех тех, кто поднял ставку до этого значения, и тех из вас, кто еще больше поднимет ее в ближайшие 5 часов. Большое спасибо.